Благоустройство в Анапе выходит на финишную прямую. Перед Всекубанским субботником, который, напомню, пройдет 16 апреля, будут проведены основные работы. Сегодня они идут практически в круглосуточном режиме. Ночью, чтобы не мешать движению, наносят новую разметку на дорогах. А днем приводят в порядок парки и скверы, моют дороги и площади, красят бордюры и пешеходные переходы. На набережной сегодня приступили к замене ограды. Предстоит обновить почти полкилометра. Стараемся к сезону поменять ржавые на новые. Наша организация еще ведет обслуживание светофорных объектов в городе. Значит, мы их там обслужим, подкрашим. Замена у нас идет дорожных знаков. Это все будет к началу сезона. И мы треть дорог обновим новой дорожной разметкой. К началу курортного сезона у нас полностью будет все готово, покрашено для приема гостей.